Здарова, друзья! Меня зовут Дима, Майнинг Бразер 2С, и это канал, посвященный фарму опыта Fortnite. За сегодня это второй видосик. Обязательно обратите внимание, что карта это с кодом, паролем для входа в секретную локацию, и такие карты работают недолго. Максимум один день, чаще их обновляют даже несколько раз в день. Поэтому старайтесь быстрее проходить карту, как только она выходит на канале. Не тяните с этим, иначе будете, во-первых, получать меньше опыта, или в крайнем случае можете вообще ничего не получить, потому что карту автор обновит. Все, предупредил, погнали. С вас подписочка, лайк и прожимаем колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. А я покажу, что подготовил для вас сегодня, друзья мои. Заходим в поисковую строку вот сюда и вводим код 3347-1809-3742. Нажимаем Enter, нажимаем на картиночку, выбрать и обязательно устанавливаем частный режим игры. После этого нажимаем «Играть» и заходим в магазин предметов. В магазинчике предметов внизу есть кнопочка «Поддержка автора». Сюда вводите код «Jittery App», нажимаете «Поиск», код фиксируется в вашем магазине. И теперь за все покупки вот этих имбовеньких скинчиков и разных прибамбасов из магазина предметов компания Epic Games будет делать мне небольшое отчисление, потому что я их партнер. Вам огромное спасибо за такую классную поддержку, помощь и благодарность за все мои труды и помощь вам в прокачке. Итак, загрузились мы на карте, запрыгиваем вот сюда в телепорт и попадаем на платформу. Друзья, эта карта крутая, на ней уже все локации готовы для фарма. Прошу вас, пожалуйста, не пропускайте этот этап, заходите обязательно на эту карту, чтобы она быстрее получила калибровочку, и мы смогли на ней лутать опыт. Во всех вот этих локациях, которые вы здесь видите, везде здесь есть секретные кнопочки на опыт. Нам нужно только с вами быстрее поднатужиться, чтобы эта карта получила калибровочку. Итак, смотрим. Нам нужно подойти к вот этому плакату, он третий с левой стороны. Боже, что так глючит? И вот здесь нажать кнопочку. Это тоже нужно для калибровки, друзья. Все, теперь подходим к любому баннеру. Кстати, как вам, красиво, да? Обновил картиночку. К терминалу подходим и сюда вводим код 86-89-79-40-73-49. Я обязательно оставлю коды в описании, чтобы ты смог просто их скопировать. Картинка поменялась, значок XP, вот он, злополучный это значок XP, на который всегда надо обращать внимание. Если его нет, значит карта не дает опыт, значит она либо сейчас обновляется, либо еще какие-то другие проблемы. Вот такой значок я хочу получить на ту карту, на которой мы сейчас с вами находимся, чтобы тоже лутать на ней опыт. Все, нажимаем на баннер, выбрать и ждем, пока загрузится. Так, друзья, заспавнились на карте, спускаемся вниз и подходим сразу вот сюда к первому плакатику. И здесь делаем эмоцию. Лучше коротенькую, типа стикера, чтобы быстрее переместило нас. Таймер 900 секунд перед нами, нам нужно дождаться, пока он закончится. Берем вот здесь снайперку и джетпак. Когда закончится таймер, мы ведем сюда три секретных циферки кода. И еще раз напоминаю вам, друзья, карты, на которых есть вот такой код, работают совсем недолго, максимум один день. В очень-очень-очень-очень-очень редких случаях это больше, потому что автор завтыкал или заболел, или что-нибудь с ним случилось. Вот, но так их очень быстро обновляют, поэтому старайтесь проходить как можно быстрее. Друзья, пока ждем, обязательно присоединяйтесь к моему Дискорду. Ссылочка на экране сейчас в виде QR-кода. В Дискорде у меня есть классный магазик, где очень можно выгодно задонатить в игру. Там есть куча разных каналов, голосовых, текстовых. Там очень круто можно проводить время, находить друзей, тиммейтов. Друзья, обязательно залетайте. Кстати, ссылочка есть еще в описании моего видео и в описании профиля. Так что, как вам удобно, так можете туда и запрыгнуть. Плюс в Дискорде я периодически провожу розыгрыши, друзья мои. Так что жду. Ну что, друзья, закончился таймер. Теперь вводим сюда код 724. 724. Справа вот здесь подтверждаем код. Надпись Done означает, что код правильный, что он подошел. Нажимаем внизу старт АФК XP. Пошел АФК опыт. Теперь идем вот здесь назад немножко, между последним и предпоследним квадратиками. Сюда становимся. Делаем здесь эмоцию какую-то. Коротенькую лучше от начала до конца. И чуть левее таймера. Вот здесь вот нажимаем кнопочку «Вход в секретную локацию». Берем снайперскую винтовку. Устраняем. Промахнулся. Устраняем вот этого ботика. Потом вот там вот у нас есть еще один бот. Устраняем его тоже. Идем теперь, друзья, вот сюда за вот этот домик. И за этим домиком вот на такой подставочке для соусов нажимаем первую кнопочку. Потом идем вот сюда в угол.
А, нет, стоп, не сюда, вон туда в угол, перепутал углы. Верхний угол, получается, по карте, верхний правый. Идем. Здесь еще одна подставочка, на ней нажимаем кнопочку, потом идем к вот этой. Нажимаем на ней кнопку и взлетаем наверх, вот сюда на эту развалюху. Здесь еще одна подставочка наверху стоит. На ней тоже нажимаем кнопку, и нас телепортирует с вами вот к таким табличкам, где мы прожимаем на каждой из этих табличек кнопку. И попадаем в локацию с батутом, где мы прыгаем на батутике, и нам начисляется АФК опыт. Давайте немножко попрыгаем, посмотрим, сколько залутаем. Итак, 82 500 я залутал, потихонечку еще капает, периодически чуть побольше, периодически поменьше, по-разному. 82 000, то есть чуть-чуть больше одного уровня я смог залутать на этой карте. Карта очень простая, быстрая, друзья, поэтому я решил все-таки ее опубликовать для вас, потому что сейчас с картами беда, и найти что-нибудь более достойное очень непросто. 83 000, друзья мои. Все, желаю вам классного кача, крутой игры. Постараюсь найти что-то сегодня еще для вас прям имбовенькое.